Если вы отрицаете историю собственной страны, черните ее, вы также будете отрицать сами себя. Значит, вы не родились в этот мир, не пришли. Значит, ваши родители были плохие, ваши бабушки и дедушки, но это невозможно. Все наша страна и наши с вами родственники, они такие, какие получились. На заказ история не делается. Поэтому мы с вами сегодня, вот 30-й съезд ЛДПР, изберем председателя партии и высший совет. И живем с вами в очень интересное время. Это не просто интересно, как кино, театр. А мы с вами дожили до момента смены политической формации, смены эпохи.